Проектирование, реконструкция, эксплуатируемых дорог. Лекция 1. Тема. Проектирование безостановочных скрещений. Составила старший преподаватель Нафикова Фаузия Митхатовна. План лекции. 1. Проектирование безостановочного скрещения поездов. 2. Размещение осей безостановочного скрещения поездов. 3. Определение длины двухпутного участка безостановочного скрещения поездов. 4. Проектирование продольного профиля на участке безостановочного скрещения поездов. На проектируемых новых железных дорогах, где намечаются значительные размеры перевозок, необходимо учитывать применение БОС на начальном этапе или в недалекой перспективе. БОС – это мероприятие для увеличения пропускной способности. Учет БОС осложняет проектирование продольного профиля и плана линий, так как при трассировании железных дорог надо предусматривать размещение не только площадок разъездов, но и участков БОС. Участок БОС должен включать две площадки для возможной остановки поездов обоих направлений на случай опоздания одного из скрещивающихся поездов. Одна из площадок необходима для выполнения станционных и маневровых операций на раздельных пунктах. Вторая площадка предназначается только для кратковременной стоянки поезда и трогания его с места. Технико-экономическая целесообразность учета БОС при проектировании новых железных дорог зависит от следующих условий. 1. Топография местности. 2. Срок введения БОС. 3. Перспективами строительства двух путей на всем протяжении. Если легче топография, чем интенсивнее рост перевозок и чем менее вероятна сплошная укладка двух путей, тем эффективнее введение БОС. Если топография местность сложная и ожидаются большие размеры пассажирского движения, целесообразно в перспективе строить две пути. Оси БОС должны быть размещены так, чтобы время хода пары поездов между всеми осями ОБС было одинаковым. При этом некоторые двухпутные могут оказаться в пределах сложных сооружений, больших мостов или тоннелей. В таких случаях ОБС следует сместить в ту или иную сторону, то тогда общая протяженность двух путей возрастает. Ориентировочное расположение осей ОБС определяется путем последовательного подсчета времени хода пары поездов по отдельным элементам продольного профиля по методу установившихся скоростей до ТП. Корректировка положения ОБС осуществляется в результате более точного определения времени хода поезда графическим способом. Для этого строятся кривые времени хода поезда в обоих направлениях между станциями Т плюс Т секунды. Положение ОБС и граница двухпутных участков определяют наложением палетки на кривую. Перемещая палетку по вертикали, находим наиболее рациональное положение ОБС, при котором две пути располагаются в местах, где нет больших объемов земляных работ, и ИССО, а также благоприятные условия плана и профиля. Определение длины двухпутного участка БОС. Существует два метода определения длины двух путей участка БОС – аналитический и графический. L0 должно удовлетворять следующим условиям. Первое – оно должно быть минимальное. Второе – оно должно обеспечивать БОС, когда один из поездов опоздал на Т0 меньше или равно 2 минутам. Рассмотрим два положения поездов. Первое. Четный поезд пришел вовремя на определение и движется со скоростью. Второе. Нечетный поездов хвостом стал против предельного столбика. Четный поезд стал на расстоянии тормоз пути до предельного столбика. Время Т между первым и вторым положением поездов одно и то же. Проектирование продольного профиля на участке БОС. Графический метод определения двухпутного участка БОС. Вопросы. Первое. Для чего проектируется безостановочное скрещение поездов? Второе. От каких условий зависит технико-экономическая целесообразность безостановочного скрещения поездов? Третье. Какие существуют методы определения длины двухпутных участков? Геодезия – основа проектирования железных дорог. Лекция 15. Варианты и их классификация.